Šovakar mēs diezgan daudz klausāmies populāro hip-hop mūziku, kas mums atnesusi arī citu modas lietu, tā saucamo ielas mākslu vai grafitī. Šovakar mani sarunas biedri ir trīs rīdzinieki no Maskavas Forštats. Lūdzu, pretstāstis, pažalst. Vadim. Сергей. Ну, я смотрю, вы нам создали сегодня такой интересный фон здесь, в стиле граффити. Что вы можете рассказать о своем, можно сказать, искусстве? Ну, во-первых, мы этим рисуем и выражаем свои чувства. Вот. А что можно сказать про то, что у нас очень много проблем, и их очень трудно решить. Каких финансовых проблем или каких-то... Да, наша нейтрималь очень дорогая для нас. Ну и не все цвета есть, которые нам надо. Вот мы любым способом делаем разные цвета, своеобразные. Вот, вы видите, из таких цветов наша промышленность не выпускает. Вот, Вадим это делает, я еще только учусь микшировать цвета. Вы сначала создаете рисунок на бумаге, потом его переделываете на стенки? Да, в принципе, так и начать задумка идет, потом... На бумаге эскиз, но потом его воплощаем в жизнь. Начало граффити находится именно здесь. Здесь мы начали рисовать в 87 году. Первые наши силы мы пробовали именно на этих стенах. Отсюда и пошло наше увлечение конкретно этим искусством, уличным искусством, что называется граффити. Темы бывают разные, бывают на разные темы, начиная с политики, кончая обыкновенными любовными темами. Например, здесь показано рок, красный рок. Рисунки, они уже старые, они уже выцвели, многие испорчены любителями порчи чужого труда. В других городах мы рисуем, оформляем сцены всяких фестивалей, шоу-фестивалей, брейк-фестивалей. Потому что самое граффити, оно очень тесно связано с танцами, с хаосом, брейком. Все пишется на английском, потому что самый английский язык, он распространенный во всех странах, и мы придерживаемся этого стиля чисто английского, потому что эта традиция пошла из Нью-Йорка, где зародилась вся эта культура и где писалось только чисто на английском. И мы придерживаемся старых традиций американских художников. Лучше пройти около стены, где нарисован рисунок, чем пройти около обыкновенной стены, где ничего нету. Обыкновенная серая стена, она невзрачная, а стена, где уже что-то нарисовано, то она уже более приятна. Если бы вам предложили окрасить Домский собор или дом политического просвещения? Нет, это нереально, потому что это архитектура или... Вообще, мы сторонники только раскрашивать стены, которые ничему не принадлежат. Если какое-то строительное управление или ЖЭК предложил бы вам окрасить заборы, вы были согласны этим заняться? Если бы они помогли еще материально тоже, то, конечно, то. То есть важный вопрос был бы и финансовая сторона, да, этого? Да. Может, последнее, здесь автограф, можете оставить нам. Спасибо вам. Ja grafiti iederētos uz jums zināms sēts vai garāžas, vai arī jānoformē roku, punk vai breik festivāls, ziņojiet pirmai prognozei.